В Советском Союзе, это страна, в которой я родился, люди всегда хотели жить достойно. Ну и сейчас, в общем-то, хотят. А может быть, слово достойная жизнь, словосочетание достойная жизнь у людей ассоциировалось с возможностью что-либо достать. Кстати, из-за этого часто в СССР случались разные казусы. Я читал историю про артистов театра «Современник». Они поехали на гастроли на Филиппины. И кто-то им сказал, что поскольку на Филиппинах жарко, поэтому там очень дешевые зимние вещи. Шубы, там дубленки. Ну, для советского человека купить шубу или дубленку, это предмет вожделения был, конечно, всегда. И вот они по Маниле ходят, нашли какой-то магазинчик, Маленькие зашли туда, никто по-английски читать не умеет. Э, ну, там шубы висят. И вот они стали их так примерять, там, значит, прицениваться. Э, на ломаном языке спрашивают, сколько стоит. А продавщица себя как-то ведет странно. Шубы не дает им, отнимает у них. Так как-то грубо вызывающе себя ведет. А, вообще, а, как бы, положение спас табаков. Он... Даже предотвратил международный скандал, потому что он единственный разобрал надпись по-английски, которая там была, и сказал: Ребята, бежим отсюда, мы в химчистке. А, вообще, а, словосочетание достойная жизнь часто людьми понимается неправильно. У тебя много колбасы, мяса, денег много. С точки зрения Бога прожить жизнь достойно – это несколько другое, это совсем не то, что мы подразумеваем часто. На выборах патриарха принято кричать всем народам Аксиус, Аксиус, что означает по-гречески «достоин». И вот апостол Павел призывает нас стать достойными Бога, жить достойно своего призвания, стать всем такими, как патриарх. Мы призваны к тому, чтобы жить достойно Бога, достойно своего призвания. Давайте об этом прочитаем. Четвертая глава послания к Ефесянам с 1 по 6 стихи. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в Союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Мы призваны к тому, чтобы жить достойно Бога. Что же это значит? И с точки зрения апостола Павла жить достойно своего призвания ⁇ это некий навык, это некая привычка. Вы должны вот так поступать. А обратите внимание на слово ⁇ поступать ⁇ в этом тексте. Поступать это означает, ну вот, постоянно так жить, постоянно так себя э, вести. А это, естественно, связано с некими навыками. И вот апостол Павел призывает нас совершенствовать три навыка для того, чтобы жить достойно и вообще поступать достойно Бога. И первый навык, который мы должны совершенствовать, это умение не выпячивать себя. Не выпячивать себя. Апостол Павел говорит, что это значит, поясняет нам. Во-первых, это означает смирять свой ум. Умоляю вас поступать со всяким смиренно-мудрием, говорит Павел. Интересно, что это слово э, греческое, топейно фрасуна. Оно состоит из двух слов. Топейно, ставить ниже, и происходит э, однако, от однокоренного греческого слова франео, думать, размышлять. Таким образом, смиренно-мудрее, поступать со смиренно-мудрием, это означает умение поставить свой разум ниже, чем разум другого. Умение смирять свой ум. Люди вообще своим умом склонны гордиться. Дураком себя никто не считает. А других дураками считать как-то само собой выходит. Один американец рассказал мне чудесную историю про то, как ну, некий такой американский профессор, считающий себя очень умным, приехал на международную христианскую конференцию. А туда приехали люди вообще со всего земного шара, ну и тот профессор считал себя самым умным и так снисходительно ко всем относился. И вот говорит: обед: а за обедом он сидит за столом с каким-то чернокожим, одетым в такую, значит, пеструю рубашку вот, национальную. Ну, явно человек пришел из Африки, приехал из Африки, и вот профессор наш, ну, как бы спрашивает его в вольном переводе на русский язык, он ему задал такой вопрос. Ням-ням, гуд? -ням, ну, ну, тот э, пожал плечами, говорит, гуд? Да. Ну, значит, там компот какой-то принесли, сок. Значит, попили они. Ну, и он его, значит, профессор спрашивает, так, нисходительно по плечу похлопывая. Буль-буль, гуд? Там тот гуд, да. Значит, вот. И начинается, собственно, конференция, и наш профессор сидит в зале, и вдруг к ужасу своему видит, что его собеседник за столом выходит за кафедру, уже одетый в смокинг, на чистейшем английском языке, с оксфордским, значит, произношением, читает лекцию сложную богословскую. Он оказался там доктором богословия и так далее. И вот после лекции чернокожий Брат подходит к нашему профессору, хлопает его по плечу и спрашивает. Ля-ля, гуд? Ну, гуд. Именно в этом смысл повеления. Смиряй свой ум. Всегда помни, что есть люди и поумнее тебя. Это хороший навык, если ты будешь смирять себя. В этом суть повеления Иисуса, кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Потому что мы так устроены, прежде чем ударить человека или убить, мы внутри называем его идиотом. Поэтому достойно живущий с точки зрения Бога человек будет в первую очередь смирять свой ум. Вообще бойтесь такого состояния, когда вокруг вас будут одни дураки это значит, что вы уже как-то неверно оцениваете обстановку. Вам так будет казаться, но на самом деле вы уже сами подобны им. Но не выпячивать себя, это значит не только смирять свой ум, но и укращать свой нрав. Умоляю вас поступать с кротостью. Греческое слово «проотес» происходит от слово проос этим э, словом греки описывали более утоляющие средства лекарство при правильном использовании лечит а при бесконтрольном убивает поэтому кротость это не подобие тряпки такой да некоторые думают кроткий человек но это как тряпка такая вот, об нее можно вытирать ноги там нет твердый человек это тот э, кроткий человек это тот который умеет смирять свою твердость это очень похоже на кирпич, обернутый бархатом. То есть дотронуться до него приятно, он мягкий, но внутри он твердый. Он смиряет свою силу. Этим же словом, кстати, описывалось э, обуздывание диких лошадей, которые свою силу берут под контроль. Также и Христос, Он был кротким, я кроток и смирен сердцем, Он говорит о себе. Но Он не был слабым. Он выгонял торговцев из храма но он умел укращать свой нрав. И вот здесь апостол Павел говорит, поступайте с кротостью, умейте укращать свой нрав. Есть притча про то, как в одно селение пришел мудрец, его очень полюбили люди этого селения, особенно его любили дети. Они часто к нему прибегали, и он дарил им подарки, он делал из глины игрушки, но делал их хрупкими, и дети их часто ломали и разбивали. И тогда люди спросили его, почему, собственно, ты даришь нашим детям такие подарки? Ты хороший, мудрый человек. Дети любят тебя. Ну, неужели ты не видишь, что игрушки разбиваются? На что мудрец сказал? Пройдет немного лет. Они вырастут. Им придется жить в этом мире. И кто-то подарит им свое сердце. А сердце ⁇ это самая хрупкая вещь, которая есть на Земле. Нужно, чтобы они с детства учились осторожности. Я думаю, что бесценный дар общения, который дает нам Бог, он заслуживает того, чтобы мы научились относиться людям с кротостью. Павел э, говорит, что иначе как бы разрушится жизнь другого человека. Поступайте с кротостью. И вы можете и свою-то жизнь разрушить. Павел был в заключении. Он намекает, что я и сам-то вот не искал комфорта. Я ради вас стараюсь сделать все. Даже вот в заключении пытаюсь с вами общаться. И если вы не доверите свою жизнь Богу, вы разрушите ее. Если вы не смирите свой э, нрав некроткий, тогда вы разрушите все. Вы должны укращать себя и свой ум, и свой, кроткий, и свой нрав делать кротким. Второй навык, необходимый для того, чтобы жить достойно перед Богом, состоит в том, чтобы уметь терпеть других. Здесь апостол Павел использует дипричастие от глагола «айнеха» – «терпеть». Надо уметь терпеть других. Заметьте, что Бог не говорит здесь через Павла, что люди все вам будут нравиться. Или все одинаково будут вам приятны. Нужно уметь терпеть других. Причем не просто так, стиснув зубы и сказать, так, ну ладно, я потерплю тебя, значит. Так и быть. Я тебя убить хочу, на самом деле. Но буду терпеть. Нет. Павел говорит, снисходя друг к другу любовью. Ну, а вообще, вот это вот депричастие, снисходя, это терпя. <пытайся>, Пытайся все же полюбить этого человека, который рядом с тобой, друг к другу. В Самаре когда-то христианская наша церковь открыла хоспис первый в городе. Ну, что такое хоспис, вы знаете, это больница, откуда путь только один, на кладбище. То есть туда попадают люди неизлечимо больные. В основном это онкологические заболевания. И вот э, одна медсестра, я с ней беседовал, я говорю: вот каково работать с этими людьми? Ну, там работают только верующие э, сотрудники. Она говорит: на самом деле им помочь невозможно, если искренне не пытаться их полюбить. Они чувствуют острее, чем все другие люди. У них все обострено. Все вот ощущения, все чувства. И именно поэтому нужно действительно их любить. Я думаю, что все из нас смертны. Мы все можем друг друга потерять в любой момент. Поэтому необходимо снисходить в любви. Павел говорит, что надо уметь терпеть долго и великодушно. Долготерпением снисходя друг к другу. Вот это слово долготерпение, макротумии, на самом деле означает великодушие. Великодушный человек – это человек, у которого душа, сердце настолько велико, что злые помыслы в нем заболевают агорофобией. Агорофобия – боясь больших пространств. Злым помыслом в большом сердце неуютно. А, знаете, есть такие люди, которые о всех думают хорошо. Ну, таких мало – но вот таких и называют великодушные люди. Они готовы всех прощать, они никогда ни о ком не подумают плохого. Это такая хорошая черта, свойственная интеллигентным людям. Говорят, был такой академик Николай Николаевич Бекетов, он еще до революции жил. Он э, слыл человеком, который никогда не думал о людях плохо. И однажды слуга там вбежал к нему в кабинет и кричит: "Николай Николаевич!" У вас в библиотеке воры, что делать? Тот оглянулся, оторвался от книг, говорит: "Воры в библиотеке, что же они читают?". То есть для него было даже странно подумать, что люди там могут что-то красть. Пришли воры в библиотеку, Это же хорошо, пусть почитают. А, постарайтесь полюбить тех, кто вам неприятен. Старайтесь это сделать. Старайтесь сделать что-то доброе для них. Может быть то, чего вы никогда не делали. И тогда вы будете жить достойно. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvсеминари.com Третий навык, необходимый для достойной жизни перед Богом, состоит в том, чтобы учиться хранить единство. Надо, конечно, понимать, что единство должно быть духовным, надо стремиться, стараясь сохранять единство духа. В третьем стихе об этом пишет здесь Павел. У христиан не должно быть конкуренции. У нас один дух. Дух Святой наполняет нас одно дыхание, одни цели, один успех. Даже неверующие люди понимают это. А верующие как-то конкурируют друг с другом. Его вот пастор похвалил, а не меня. Надо, чтобы меня похвалил там. Или вот спонсоры у него какие есть там. Надо, чтобы у меня были такие. Я слышал историю про американского фермера. Он очень хорошо выращивал кукурузу. И у него кукуруза всегда занимала призовые места на всех сельскохозяйственных выставках. И что интересно, он охотно зернами делился со всеми ну, своими соседями. Он всем раздавал эти зерна. И ему говорили, ты что, глупый человек, это же эксклюзив, у тебя такая хорошая кукуруза, зачем ты ее всем раздаешь, пусть она будет только у тебя. Он говорит, вы что, я прекрасно понимаю, что если у моих соседей будет слабая кукуруза, рано или поздно, мое поле тоже выродится. Пере... Опыление это, перекрестное. Я в корне заинтересован, чтобы у них была хорошая. Потому что тогда у нас будет вся наша культура сохраняться. И я подумал, вот неверующий человек знает об этой истине, о сохранении единства гораздо больше, чем мы. Поэтому Павел и призывает нас хранить единство духа в Союзе мира. Надо уметь заключать союзы, уметь заключать перемирие. Мирные договоры нужны. Какие-то союзы. Я, кстати, когда работал в Союзе баптистов, долго искал в Библии слово ⁇ союз ⁇ Вот нашел. Создавайте союзы в Союзе мира. Умение прекратить войну. Мирный договор. Мы очень часто войны прекращать не умеем. Мы даже за мир боремся военными методами. Даже дети э, там рассказывают друг другу. Учительница спрашивает там: Ну, расскажите, как нужно относиться к животным по-доброму. Ну, там, надо котенка там бездомного накормить, там надо птенца выходить со сломанным крылом. Ну, один там мальчик говорит. А вот я видел одного мальчика, который пинул собаку, я его тоже пинул. Мы ведем войну за прекращение войн. Стремимся к любви через насилие. А надо уметь мириться. Далее Павел говорит, умейте учиться единству. Учитесь у Бога, у Отца, один Бог и Отец всех, который над всеми. У Сына один Господь, у Святого Духа один дух в четвертом стихе. Троица ⁇ это универсальный образец, универсальный пример единства. Это действительно одно существо, хотя и три личности. И у Отца, Сына и Святого Духа разные функции, но цели одни. Спасение человека и Божья слава. Учитесь у христианских реалий. Церковь должна стать образцом единства. Ну, в смысле, одно тело, Павел говорит, одно тело. У Христа же одно тело. Конечно, церковь как организация, это уже давно не образец единства, это скорее образец распри. Но у Христа по-прежнему одно тело. И без единства тело будет страдать. И пока христиане это не поймут, ничего хорошего в жизни церкви не будет. Это как в истории там про одного восточного горячего парня, который говорил, Задолбал меня уже этот Ахмед, все время как встретит меня, там по плечу хлопает, а мне неприятно это. В следующий раз я под пальто динамит привяжу. Хлопнет меня Ахмед по плечу, руку-то ему и оторвет. Мы часто думаем, что вот, э, ну мы забываем о том, что любой конфликт разорвет прежде всего нас самих. Павел говорит, учитесь у этого призвания. Призвание одно, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Бог призывает всех одинаково, у него нет действенных и не, недейственных призывов. Он приглашает всех людей к себе, любит всех. Вера одна, вера во Христа, единственная вера, которую знал Павел и первые христиане. Христос наш Спаситель, Христос это Бог, ставший человеком, наш Господь, Иисус Христос. Крещение одно, истинное крещение тоже одно, Настоящее крещение одно. Даже если вас крестили в детстве, а потом вы перекрестились, будучи взрослым, то крещение у вас все равно одно. Когда вы уверовали, родились свыше, получили Духа Святого, и вот тогда крестились, это одно крещение. И главное во всем этом, конечно же, любовь. Храните единство. Смиряйте себя. Умейте жить достойно Бога. Думайте о себе скромно, терпите других, храните единство. Все, что объединяет, все это это любовь. Смиритесь, постарайтесь полюбить тех, кто вам неприятен. Всегда пытайтесь примириться с врагами. Вот суть всего этого фрагмента. Тогда вы проживете жизнь достойно. А иммигранты, одни, одна семья иммигрантов рассказывала случай. Они эмигрировали в Израиль. И вот в одной из израильских школ произошло, ну, вот это вот интересное событие. Ну, девочка была у них там маленькая. Вот они ее привезли из России. Ну, вы можете представить себе. И ее местные одноклассницы начали третировать. Ну, а девочке лет 10 был. Дети вообще жестокие очень существа. Особенно в школах. И тут, ну, приехала, из России местного языка не знает. Если что-то говорит, говорит не так. Ну, естественно, их девочка стала изгоем очень скоро. И вот как-то они говорят: стоит наша дочь в углу одна, и к ней, говорит, подбегает местная там заводила и, как бы издеваясь над ней, говорит: хочешь яблоко? Ну, достает из сумки яблоко, протягивает ей, ну а потом быстро его сама съедает. И протягивает огрызок. На, дескать, возьми яблоко. И вот маленькая еврейка, приехавшая из России, ну вот что, она не закричала, там, не плюнула ей в лицо гордо там и не ушла. Она, говорит, достала из своей сумки мандарин и протянула свои обидчицы. Та покраснела, конечно, убежала. И все там девчонки за ней убежали. Но вот эти э, знакомые рассказывали. Они говорят, вот этот маленький поступок вот нашей дочери научил нас очень многому. Тому, чему мы в церкви никак не можем научиться. Да, над тобой издеваются, там, может быть, кто-то смеется над тобой. Но достань ты свой мандарин и отдай ему. И тогда ты проживешь жизнь достойно Бога. Думай о себе скромно. Терпи других, храни единство. И жизнь твоя будет достойной. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ семинарий.